Говорит, летели, вылетели. Тремя самолетами и долетели. Из утра в утро. Джон Май был. Мы сейчас вот здесь, короче. Везде мокро. Где мы находимся? Мы находимся рядом с пальмами. Вот там пальмы. Класс. Не, мне очень нравится. Мне очень нравится. Глянь, ребятки наши. Да, конечно, сходим. Вон они там тусуются, наши ребятки. Короче, у меня пока что складывается только одно впечатление, что неимоверно много всякой хуйни. Просто неимоверно много всякой чешуйни. Ну, что это за чешуйня? А что это за зеленые печеньки к чаю? А это вот что это может быть? Что это такое? Ладно, это еще хотя бы понятно примерно, что это типа матчи. И остальное немножко страшно. Если это еще съедобно, я вообще охерею. Она же справа, правильно, да? Нет, не перебегает вообще. Я понимаю, что где ее территория, как собака прям. Нет. Не гладится, началось. Вообще. Боевые коты. Кстати, армянские коты тоже такие. Армянские коты. Смотрит на тебя такой. А если начинаешь к нему двигаться, хоть на шаг он убегает просто и все. Женщина там зазвонила. Чего это за вас? Не теряешься, да, у вас после. Значит, нам туда. Да, пойдем.
Либо так, либо налево. Одинаковый путь до главной дороги. Она вкусная. Ее можно есть. Она с тайским запахом. С тайским запахом. Понюхай, понюхай. Вот такая штука. Куркумин. А у Робби это вообще... Очень. Ты пробовала? Я только что взяла одну макарону. Я не пробовала еще. Что еще? Снимаю. А, порошка нет. Порошок? И сколько? Хорошо, у нас его нет. Что? Я короткую хотела. Короткую? Час. А, ну уже она поставила. Ладно, 50 минут, короче. Ну, нормально отстирается. Да, хорошо. Как обычно, 15 минут, нормально. Просто если ты... Все объяснили, что-то показали. Тут очень влажно и много вообще таких интересных поверхностей, которые вы занимаетесь. Это чувак. Мы все объяснили, как вы это делаете, и мы сейчас будем стираться. Это вот очень так быстро происходит здесь. Если кто-то поселился в каком-то хостеле и он хочет постирать, это вообще не проблема сделать на каждом углу Бангкока. Тут еще стиралка. Вот это мощно. Мотор, как на моем первом мопеде. Короче, это не надо же. Так мы сняли. Я только заметила. Тут трава печатана в плитку уже. Плитки уже печатаны, да. Автоматически плитка с травой. Еще можно купить воды. Чего? Пока стираешь, читай. Фа-фа-фа. О, тут я нашел криминал. Кокос. Не допили кем-то. Праворульная. Это том-ям. Картонный том-ям.
когда вот она говорит, тоже говорит, Ром, я... У меня что-то другое. Какое-то что-то. Алиса, передаю тебе привет. Передаю привет Алисе, да? Говори. От Том Яма. Привет от Том Яма. Вот это гладится. Это именно хочет об коленку погладиться, но я не буду ее об коленку гладить, чтобы потом не стяжет. Оля, скажи, не красотка, ну не красотка же. Вот так жопу, жопу, жопу поднимаем, жопу. Взаимодействие с местными котищами. А там женщина-соседа жарит. Сюда туда. Слушай, это единственная кошка, которая вела себя погладить. Еще и хочет гладиться, и у нее хвост не тайский. Угу. Я поняла, это наша кошка. Маруська. Смотри, это же Маруся. Маруся. У нее хвост не тайский. Она обычная, нормальная кошечка, которая хочет гладить. Ну, сколько мне лица жрут здесь? Прям куча да? Яиц. Они яйца едят. Постоянно. Видел, сколько они? Да. У них даже это, запечатанное, как обычное в пластиковом десятке яйца. У них это одно такое в магазине. Одно яйцо. Запечатанное в крепкий пластик. Угу. Вареное. Ну, это наша улица. Это не Маруся, это Маруся. А нет, любит. Увидишь, у нее тоже длинный хвост, она значит тоже Маруся. Беременная, это тоже Маруся. Не знаю, есть ли там на видео белки. Кто такой парень? Тоже в моде нежная девочка. Нежная. Doors open on the left. Passengers can connect to the SRT railway at this station. Понимаешь, о чем я говорю? Ну ладно. Да, я понял, я с автобусом. Thank you. Нет, не очень. 16. Вот это.
тебе не дал. Мне не дал, говорит. Ты мне не деньги давал. Я хочу 15 без команды. 13. Мы находимся на южном автовокзале Бангкока и двигаем на Пхукет. Это не до остров, не до остров. До него плыть не надо. Не до остров, не до остров. Все на нем легко и просто. Это же полуостров, а ты не знала, да? Это полуостров? Я думала, это остров, а не полуостров. Вот такая вот пня-пня. Ну это как бы остров. Ну вот смотри, маленький мост всего лишь отделяет. Больше нет никакой сухопутной варианции добраться туда. Вот, вот он какой, смотри какой мост. Видимо, как в Стамбуле такой прям гигантский. Ну большой, не подвесной, кстати. Прямой просто мост. Как называется, южный? Мы на южном. Южный Кавказ. Ну да, вот, кстати, на Южном Кавказе я хотел бы напомнить армянам, как они умеют объезжать, обгонять пешеходов. Здесь ахперы так ездят, что, короче, ты еще один можешь проехать один, но они тебе уступают. Просто очень много пространства, а они его не используют, ждут, пока ты пройдешь. Но они буддисты. Они не умеют выворачивать руль. Не крути рулем, не крути рулем, срочно. Смотри, есть 6.30, есть 7.20. А, вот это 1000 типа с лишним, а это 7.20. Угу. Да, за 7, за 700. Сейчас можем посмотреть и быстрее поедем. А можем подождать еще? Ну давай, да, или спрятался за байком. Да. Сейчас я пойду потискаю его. Он занят. Он занят. Я жду, уже получится или не получится. А, он лечится, он травку уже.